Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. На странице 78 мы выполним задание под номером 1. С помощью учебника заполни таблицу. Таблица называется «Питательные вещества». В первой столбике написано название веществ. Во втором столбике написано значение для организма. И в третьем столбике, в каких продуктах они содержатся. Начинаем мы с белков. Белки – это вещества, которые служат основным строительным материалом для тела человека. Особенно нужен такой материал детям для роста и развития. Итак, белки нужны для роста и развития. А также как строительный материал. Белки содержатся во многих продуктах, таких как творог, яйца, мясо, рыба, горох, фасоль. Жиры. Жиры обеспечивают организм энергией, а также служат строительным материалом тела. Источником жиров является сливочное, растительное масло, маргарин и сметана. Углеводы – главный поставщик энергии для нашего тела. К ним относятся сахар и крахмал. Углеводами богаты хлеб, крупы, картофель, макароны, кондитерские изделия и фрукты. Витамины необходимы для сохранения и укрепления здоровья. Их много в овощах и фруктах. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.